В Одинцове прошел круглый стол «Права и обязанности несовершеннолетних», приуроченный к Всемирному дню ребенка. В нем приняли участие сотрудники полиции, представители комиссии по делам несовершеннолетних и учащиеся школ муниципалитета. Ребятам рассказали о главном законе Российской Федерации, Конституции, об основных правах и обязанностях граждан страны. Спикеры отметили, что школьники принимали активное участие в обсуждении и задавали свои вопросы.